Ребята, всем привет! Перед началом ролика хочу вам показать вот такой вот канал. Очень хороший канал, мне понравился. Молодой человек живет один, уехал с Москвы в деревню, тоже купил себе дом. Хозяйство у него есть, занимается хозяйством. В общем, все ссылочки будут в описании, переходите. Ну, у него подписчиков как бы побольше, чем у меня. Ну, очень интересный канал. Мне, допустим, понравился, я подписался и буду смотреть. Канал называется «Один в деревне». Вот так вот. У него тут достаточно уже видео там отснятых. Я сегодня смотрел пару видео. Утки у него тут, гуси. В общем, очень много интересного видео. Ссылочка, ребят, будет в описании. Переходите по ссылочке, ставьте лайкосики, подписывайтесь. Ну и скажите, что пришли от меня. Ого! Ё-моё! Я два болта прикрутил, у вас уже здесь 200 человек, блин. Нет, еще не собрал, собираю. Какая красота! Ну, я сам в шоке, честное слово. Привет, привет всем! Привет всем! Всем привет! Короче, собираем. Оп! Оп, опатулечки. Ну, вот так вот, да? Ой! Ой! 100 лет я этим не занимался! Вообще люблю корпусную мебель. Я работал мебельщиком одно время. И на сборки ездил. Конструктор. Собирается, да? Очень круто, если честно, вообще прям. Стоять. Я не могу найти под штатив эту штуку, чтобы телефон ставить. Куда-то делся этими переворотами тут. Короче, где-то прячется. Красота будет, красотушечная, да, ребят? Вы еще не видели, какая у меня дианка? Ох! Сейчас там видео скидывается, пойду. Сейчас стол соберу, пойду монтировать. Ой. Да, помощь нужна, конечно. Примерно как-то так. Красота красотушечная, да? Че вы там, все про шторы? Я еще ничего не выписывал. Ничего не заказывал, я просто смотрел. Так что еще все впереди. Вот. Фух, красота. Красота.
Опа, тулечки. Опа. Во. Нифига у вас народу. А чего вас так много-то, ребят? Откуда у вас столько? Не, ну демоны, я вас сегодня отпустил, вы уж особо-то тоже там не это, не какайте. А то начну отстрел опять. Поперестреляю всех опять. Будете опять сидеть в бане, так что лучше успокойтесь. Тысяча народу, а лайков-то нету, ё-моё, вы чё, ребята? А где лайки-то? Ни хрена себе. Когда женишься? Не знаю. Как дом сделаю, наверное. Невеста найдется сразу. Я на кухне курю, если что. Костя, привет, привет. Да хорош мне за обои-то, ребят. Ну что вы на самом-то деле? Вы лучше вон лайки поставьте. Прочитал я уже ваши комментарии. Там через один за обои пишите. Подмажу. Где надо будет, подмажу обязательно. Там есть момент, где обои на обои, где в стык, они нормально вообще прям, ну, в стык, они прям четко вообще, ничего не это. А есть там момент, просто не хотели отрезать, и обои на обои, вот там вот она чуть-чуть отклеилась. Но это я ПВА куплю, потом помажу. Привет, привет всем, привет, кто пришел, всем привет. Ребят, ну лайки-то поставьте, нифига вас тысяча народу, вы, блин, лайки не ставите, ну что такое-то? Капец. Хвост пистолетом, нос кверху. Ну заслужил дизлайк, иди поставь дизлайк. Я тебе чё, блядь. Серега, здорово. Тарасов, здорово, 1050. Камеру покупал за 24 тысячи. Имя, фамилия, удачи тебе. А то начну сейчас отстрел точно вести. Я вас выпустил, чтобы вы немножко, хоть думаю, может успокоитесь, а вы вообще не врубаетесь. Реально деревянные. Уже в танках меня нашли. Я вообще обалдел, вчера захожу в танки, сидит какой-то демон, написал там мне там всякую чушь там. Ужас, ужас вообще. Комната, конечно, красивая, я же старался, ё-моё. 1100, нифига вас народу. Капец, вот это жесть, ну-ка я посмотрю-ка тут. Нифига, во, порадовали. А чё такое, ничего не работает. Отопление, вот когда деньги появятся, тогда отопление. Сейчас пока буду второй комнатой потихоньку заниматься, там грунтовать, где там что-то. Ну, в смысле, это шпаклевать, грунтовать, короче. Пока нету. Будут деньги, значит. Первое, что я сделаю, появится сумма денег, я обязательно сделаю отопление. Мне самому некомфортно бегать там дровами этими заниматься, там таскать эти дрова там вечно. Все, компьютер завис, короче. Капец какой-то. Ладно, последний штрих, короче, остался. Берись за вторую комнату. Конечно, говорить просто, знаешь, сидеть вот там вот. Смотреть в камеру и говорить. Берись! У тебя все получится. Все четко. Все четко. Да все даже лучше, чем четко. На самом деле. Но не все так просто. Так что так-то так, ребятки. Ах, красота, красотушечная, а? Ну, блядь, думал, не хватает шпиленного. Все. Теперь надо бумажечку протереть все. Так, что тут у нас? Все четко. Все четко. Компьютер там, там. Это тут.
Что показать? А? Ого, 1300, опять лайков нету. Да что такое, где лайки-то? Не покажу, пока лайков не поставили. Не поставите. Ну и что, все что ли? 1500 народу и 500 лайков? Да ну, ребята, вы вообще, блин, капец. Капец, просто капец. Все, увольняюсь, короче, с этой работы. Ищите другого механизатора. Короче, не хотите вы, чтобы я вам показал свой кухонный стол? Пойду монитор притащу, поставлю. Ох, красота будет, а? Ох, красота! Походу, короче, к компьютеру моему приходит кирдык. Ох, какой мониторчик тут у меня. Ай-яй-яй. Все, надо тряпочку взять, протереть все это дело, полы помыть. И все. Полторы тысячи народу, у меня столько никогда не было онлайн, даже я с Ниной сидел, у меня было 1100 народу. Нифига себе! Спасибо, спасибо, ребят, от души. Но за лайки, конечно, что-то прям, ну вообще. Зажали, короче, лайки зажали. Ну круто, ой, круто, мне нравится. Вообще огонь. Шторки надо отодвинуть, здесь шторки будут. Фух. 1600, охренеть. Дело пошло. Да. Дело остановилось, лайки не ставите, ё-моё. Так, а ты не на кружку смотри, ты на меня смотри. Ну вот, совсем другое настроение. Да я, в принципе, и не падаю духом. Чего мне падать-то? А где ты видишь, там обои отклеены? Я не вижу, нигде не отклеены обои. Здесь вообще нигде. Вот там в одном месте только и все. Короче, лайки зажали. Ну ладно, все, я, короче, выключаю тогда эфир. Посмотрите тогда на видео. Буду видео, короче, потом снимать, показывать. Сидит, смотрит. Я сегодня прочитал такой интересный комментарий. Забежал там какой-то или какая-то, я даже не знаю кто, но скорее всего это девушка. Пишет: прогрунтуй стены. То есть, ну, уже видео вышло, что комната уже готова. Прогрунтуй стены. Ему там внизу пишут. Он грунтовал, там видео есть. Пишет: я знаю. А смысл писать вообще такие, ну, зачем? Если ты знаешь, ты зачем это пишешь? У тебя реально мозгов нету, что ли? Или что, блядь? Кошмар какой-то. Видео будет, если у меня компьютер не сломался. У меня компьютер у кирдык пришел, по-моему. Да не покажу я компьютерный стол, ставьте лайки. У вас 1700 народу, ё-моё. 1700 народу. Я не могу 1000 лайков набрать. Да ну нафиг, так вообще не интересно. Да хватит за шторы писать, я знаю. Конечно, напрягаюсь, нифига себе, блин. С компьютерами вообще не везет. Это просто надо, короче, взять все это дерьмо старое, собрать, либо продать, либо, короче, выкинуть и купить новый компьютер. Но я не могу себе этого позволить. Ну, просто не могу себе позволить. Вот так вот. А подарить мне никто не подарит новый компьютер. Ага, скинетесь. Я уже видел там таких. Сейчас я тебе 100 тысяч отправлю. Делай ремонт. У меня только на комнату ушло около 100 тысяч. Если честно. Только на комнату около 100 тысяч. Это капец. Я не собирал эти чеки. Надо было собирать. Последние там, блин, пособирал. У меня там 1030. А я до этого сколько покупал, блин.
Да даже по рублю никто не кинет. Не, ну кто-то кинет, а так. Почему не ври? Я не вру, я говорю как есть, ё-моё. Я вот за этот месяц потратил около 120 тысяч. Хорошо, что шторки не придется покупать. Шторы стоят, блядь, две пары мне надо сюда. 5 тысяч, короче. Диван новый надо. Вот, видишь, диван новый надо, шкаф новый надо. Не будешь же сюда тащить эту рухлить там всю старую. Не, ну шкаф, в принципе, можно обновить. Не знаю, там, как-нибудь. А что не радует-то, когда чисто и красиво? Я устал в этой пыли жить. Ну, еще в ней жить и жить. Тюль, ну, не знаю, я вот шторы выпишу, потом посмотрю, что там, надо тюль туда, не надо. Есть же шторы и без тюли. 120 дизов. Так а что вы лайки-то жметесь? Ставьте лайки, ё-моё. Я думал, там хоть 300 лайков у этих дизов, блин. Муслюмова, привет вам. Где печь, там сауну ставить. Да. Душ, ну да, плюс еще душ, там то все, как бы плитку покупал, там, ну, на душ много чего покупал. Ну, на комнату прилично, я думаю, 1070 на комнату я потратил. Ну вот, 810, еще маленько, еще 190 лайков. И все будет четко. Я не ругаюсь, зачем ты это пишешь? Я не сматерился ни разу, блин, она мне пишет, не ругайся. Как дела? Нормально дела? Все отлично. Видишь, лайки помогаю, сижу, не ставят лайки. 1000 лайков набрать не могу, ё-моё. 1600 народу онлайн, у меня впервые в жизни. Видишь, лайки помогаю, сижу, не ставят лайки. 1000 лайков набрать не могу, ё-моё. 1600 народу онлайн, у меня впервые в жизни столько народу онлайн сидит. И не могу 1000 лайков набрать, капец, блин. Все хотят посмотреть мой стол компьютерный. И не хотят ставить лайки. Ну все, не покажу. Вот пока 1000 лайков не наберу, не покажу. Лайки ставятся внизу под видео. Лайки под видео ставятся, ребята. Так, стоять, не падать. Блин, Дианку спалил свою. Я к тебе переезжаю. Не надо ко мне переезжать. Может, ты мне не понравишься. Обои, конечно, красивые. И мат полетел. Я ни разу не сматерился. Вы сидите и умышленно пишете, и мат полетел, да, материться. Не матерись, там, специально пишете. Ну, давайте еще 8-7 лайков. И я вам покажу. 4 лайка. 2 лайка. 1000 лайков! Все супер будет, все у тебя класс. Конечно, класс. Я же стараюсь. Все, есть 1000 лайков. 992 пишут. Давай уже, говорит, не томи. Ну ладно. Я же обещал. Вот такой, короче, компьютерный стол. Пойдет? Шкафчики тут всякие есть. Вон там тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Чик, вот там компьютер должен стоять, а там мониторчик. Полочки, все четенько. И вот такая Дианка у меня есть. Смотрите, какая красота красотушечная. Ого, 1800, 1900, нифига себе народу, ё-моё, а 2000 будет? Охренеть, нифига себе, блин. У меня даже жена появится, столько народу не будет меня смотреть, сколько сейчас. Это что такое-то? Я просто чуть с ума не сошел. Нифига себе. Картина, конечно, огонь. Друзья подарили на день рождения. Рекорд. Да, конечно, рекорд. Нифига себе, блин. Вообще.
Нифига народу! Вот это круто! Опа, тулички, та-та! А компьютер не работает. Что делать? Все, кофе выпил. Короче, пошел я. Работать дальше, ребят. Стол собрал, надо его протереть. Пойду я скидывать там видео, потому что надо сегодня смонтировать видео, обязательно выложить. Все, и вот это видео надо сохранить. Я его скачаю, перемонтирую и потом выложу, посмотрите. Сегодня мой день, ну, 1800 онлайн. Мне даже уходить, мне неохота даже стрим закрывать, ё-моё. Так расскажи, что такую большую аудиторию. Что рассказать? Я рассказываю, что рассказать-то еще? Ремонт делал, вот, комнаты. Дальше еще там ремонт у меня там предстоит. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Потому что не пьешь. Да хорош. Пьяным я больше нравлюсь кому-то, блин. Ларис, конечно, оптимист. Да нет, там не термопаста, там где-то какая-то кнопка, короче, он у меня выключается, включается. Вот я его положил, где-то что-то надо, я его сейчас буду разбирать, короче, по всей видимости, потому что что-то какая-то кнопка, короче. Я его положил, он работает, что-то, видать, ну, где-то замыкает или что. Я его выключил вечером, лег спать такой, глаза открываю, слышу, компьютер заработал. Думаю, что за дела вообще, он сам себе включился. Потом выключил его, вроде, ну, походил, смотрю, не работает. Короче, лег спать, утром просыпаюсь, у меня компьютер опять работает. Ты четкий. Ладно, ребят, все, всем спасибо за стримчик. Я, короче, побежал дальше, надо работать. Суетиться. Видео монтировать. Ну вот не хочет. Что-то он у меня, короче, что-то не хочет. Винда, что ли, слетела или что, не знаю. Вообще жесть, короче, какая-то. Ладно, все, ребят, всем пока. И Кузбассу тоже привет. Все, спасибо всем за стрим. Всем пока, ребят.